вагоне вагона, судьи в затворах все пишут и пишут законы, законы. Ты не успеешь промолвить ни слова, все сменится в эти полгода, полгода. Кто даст нам слово, что наша свобода не попадет под снаряд произвола? Все снова и снова, и снова, и снова все повторяется снова. Не обещайте того, что мы знаем, рай на земле будет жить под плетями. Все снова и снова, но снова и снова все повторяется снова. Каждый, как первый, несет свое знамя, сует свою глотку под пламя, под пламя. Ты не успеешь промолвить и слова, все сменится в эти полгода, полгода. Кто даст нам слово, что наша свобода не попадет под снаряд произвола? Все снова и снова, и снова, и снова все повторяется снова. Не обещайте того, что знаем, рай на земле будет тесен гробами. Все снова и снова, все повторяется снова. Где же та мера любви и закона? Мы будем вечно искать ее снова и снова и снова и снова. День начинается снова. Кость, такой вопрос. А какие у тебя есть любимые места на земле? И какие у тебя, есть ли у тебя какие-то любимые места на земле? Вот. И есть ли, и, ну, несколько, в другой области, есть ли у тебя какие-то любимые святые? Это от меня личный вопрос. Особенно в связи с тем, что ты еще иконописец, и художник. Ну, почти везде, где был, мне понравилось. Вот мне даже трудно что-то сказать. Ну, наверное, одно из самых ярких — вот Волан. Волан. Там я как бы и как художник, и как музыкант. Вот. Расхват оказался, что было приятно. И само место, конечно, поразило. Но это отдельная тема, это долго, конечно. И сами люди, и само православие тех мест, оно меня очень сильно воодушевило.
Да все что угодно. Киев мне нравился когда-то, когда я там работал. Вот, прекрасный город. Я там, мы там гуляли, общались, прекрасные люди. Переславль-Залевки, Залевский я люблю. Сергиев Посад я люблю. Да все что угодно, Питер. Выбрать не могу. Что ты еще спросил насчет... А, святые, любимые святые, да. Мне нравится Паисий Святогорец, я очень люблю. Антоний Сурожский, конечно. Вот. Ну, хоть это и не считается святыми пока, может быть, но как наши все-таки они... Очень важно, что они, как бы они настолько были рядом, и даже записи можно послушать, это впечатляет очень сильно, когда ты, можно сказать, видишь человека вживую. Ну, кто? Феофан Затворник мне нравится, близок очень. Ян Кронштадтский, конечно, очень люблю. Ну, не буду говорить про всех известных нами любимых святых. Там Серафим Саровский, это все понятно. Но из таких более-менее, может, кто-то еще не знаком. Вот для меня вот эти люди очень близкие по духу, по слову, скажем так, по проповеди. Вот. Ну, ладно, я...